Я уже работать пока не могу. Я свое отработал. И место это уже никому не надо. Все это отжило. Вместе со мной. Отживая. Что-то отживает, а что-то и продолжает жить. Ну, правда. Ну, у меня на этой мельнице и во мне ничего больше не появится. И жить не будем. Ну, что может появиться? На этой мельнице хлеб появляется. Хлеб. А это вечная ценность. Никогда хлеб не обесценивается. Нет хлеба, нет и жизни. Поэтому ценить и уважать-то хлеб мы еще и ценим, особенно если он достается с трудом да горбом, как говорится. Да. А вот уважение к хлебопашцу, вот мы артиста уважаем больше, чем тракториста. Видишь? А мне кажется, не так. Ну-ка. Если хлебопашец заслуживает уважения, то он пользуется уважением. А если он не заслуживает, то, конечно, и уважения ему нет. Вот говорят, навоз возить, вот землю ковыряет. А ведь землю ковырять, если так говорить, это самая сложная, самая творческая работа. Надо все время разгадывать. Разгадывать, понимаете, вот какая еще погода будет, какая зима была, какое лето будет, весна вот не задалась, понимаете, он решает, ну, тысячу данных слагаемых, чтобы получить хлеб. А если ошибился, раз без хлеба останешься.
назад учиться. Давай-ка, дорогушка. Давай, моя дорогая, где же такой же тут? Давай, сначала серпом заберите. Заберите. Так, побольше тасочки собирайте. Сейчас уже не такие руками не жну. А после войны? После войны, да, жали, вот и мне приходилось жать. Мама два снопа, а я снопик. Стяни, не жалелся сил. Коленком прижми. Коленку прижми, переверни рукам. Ничего. Будем уж красивый. Гладкий, не шоколадный. Красивый сноп свяж, красивый малец будет. Вот наш хлебец, дорогой. Наше поедание. Yeah.
Теперь ни одного не знаю. А ты не знаешь. Ты не знаешь. Тоже и бровики растут. И бровики? Да. Да. Где? Ой, о, там вот в Васюкино, там где подсолнечная поляна, там маленький лесочек остался, там вот там есть. Знаете, когда синяки растут? Тоже на том, там есть. Там белых грибов. Вот так полянка, и там грибы белые. Я там пойду, один чего не идут, я один никого не найду. Найду. Да. Ты не знаешь, мне чего. Вообще не умеешь. Ты не умеешь. Я-то умеешь. Я-то конец купал, Мира. А ты не будешь? Буду. Не будешь. Мы в Андрейку поедем. Ну, садя. Не будешь. Скажи, конец там ты еще в офисе. А где консерватор? Дом он ходит. Он там второй. Он шо? Ты не сорвал, Шани. Он там куда гоняет. Или коней. Он есть она. Сколько только коней. Раз, два, три, четыре, пять. Да, на мельницах, считай, отработал 50 лет. Вот я помню, мы маленькие были, заразившие игрой у мельниц. Мельницы все. Мы вот жили в Обрезе, у нас такие ручейки были, вот бывало и строим на этих ручейках мельницы. Ну, было вот такое пристрастие с детских лет к этим мельницам. Афанасий Трофимович, всю жизнь на мельнице. Ну, что-то она вам дала? Ну, трудно было, конечно, всякие
времена были, и работать много надо было, и вот и суровое время войны. А что дала бы какое-то такое, что я всегда имел такое удовлетворение, когда вот особенно мельница в порядке, когда вот, помню, молол, ну вот, привозили хлеб свой молоть, крупу делал, и вот на этой мельнице, значит, молол, крупу делал, пеклевал, ну вот. И вот всегда как-то хотелось сделать человеку, чтобы сделать хорошо, да, так, как он хочет. И вот всегда для меня дороже всего было вот это удовлетворение тем, что вот он уезжает, и я вижу, что он доволен. Да. Вот. Все-таки сохранить эту мельницу, и чтобы она работала, это же ваша заслуга. Но я это за заслугу не считаю.